Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас рейд базы Кенни, для которой понадобится одна сишка и штук 8 обычных топоров. Если хотите открыть все ящики, но я считаю, что все их открывать не надо, да и сишку, собственно, взрывать не надо. Но так уж получилось, что чтобы зайти на нее, придется потратиться. Но опять же, оно того явно не стоит. Тут из огнестрела, по-моему, только одна эмка, ну и кое-какие ресурсы. Так, готово. Все ящики открыл. Ну, почти этот я надбил. Давайте смотреть. Так, тут у нас узоры на байк. Если кому-то что-то не хватает, то забирайте. Так, этот ящик пустой. Этот ящик содержит лут, который мне украли. Здесь тоже пусто. Здесь тоже пусто. Идем сюда. Здесь резиновые детали. Тут вот она, М-ка. И сет спецвойск. Ну, тут можно спирт забрать, две аптечки, два топора. Вот это заберу, это мне украли, еще спирт. Так вот. Это сюда. А это пока сюда. Так, что еще тут есть? Ага, ничего интересного. Тут микросхема, которую у меня сперли. А здесь металлолом. В принципе, можно и забрать, переплавить. А здесь, по-моему, вода. Так, что-то я промазал. Где-то тут был ящик с водой. Либо я его что-то... Либо я его не сломал. Либо я путаю базу. Ну, вроде бы... Странно. Что-то я не пойму. По-моему, это была база. Это был ящик с водой. Я хотел ее забрать. Ну ладно, не та. Хотя тут все снаружи один ящик есть. Давайте его тоже сломаем. Три. Что у нас тут? Пусто. Окей. Ну, в общем-то, вот такой вот лут с этой базы. Думаю, сишки он явно не стоит, но, опять же, решать только вам. Хотите, рейдите, хотите, взрывайте, хотите, не взрывайте. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.